Всем привет, это Марат и Fusion Technologies. Недавно мы вам показали технологию меднения химическим путем. Сейчас мы вам покажем, как добиться этого же эффекта с помощью стандартной технологии и пигментов. Для начала мы заметаллизируем наши образцы. Они уже подготовлены базовым лаком и высушены. Вот заметаллизировали мы образцы, сейчас будем тонировать их под медь и под розовое золото. Как видите, добиться такой оттенка можно двумя способами: химическим путем осаждения меди и тонировкой пигментами, что мы сейчас и сделали. Если вам интересен этот способ, обращайтесь к нашим менеджерам. Всем пока, это Марат и Fusion Technologies.